Прием-прием, друзья, на связи Шадимен. Леди Леска, всем привет! И Нобиковик, привет, друзья! Добро пожаловать в новый видеоролик, в котором сегодня у нас будет маленькая история. Сегодня по роли мы с Нобиком будем маленькими детьми, а Леска сегодня будет сначала хорошей няней, а потом плохой. И мы сравним, какая будет лучше. Хотя почему я вообще задаю этот вопрос? Очевидно, какая будет лучше. Но просто что будет, когда Леска будет плохой няней? В общем, сегодня узнаем. Но ты прямо сейчас не ленись и пиши в комментариях вот этот смайлик в очках, потому что сейчас лето, и чтобы никто ни в коем случае не ослеп от солнечных лучей. После этого обязательно жми на кнопку лайка и жми на кнопку подписаться, чтобы в будущих с наших каналов ничего не пропускать. Ну что же, а прямо сейчас мы переодеваемся в свои роли. Няня подъезжает к дому, и мы начинаем. Все, Леска, давай, беги, перевоплощайся. Нубик, а мы с тобой идем домой. Пошли. Слушай, Нубик, я уже слышу, какие-то звуки у нас там идут. Слышишь, по-моему, кто-то подъезжает. Так, стойка. Смотри, там какая-то тачка желтая, короче, едет. Так, Нубик, где-то слышишь? Мои детки, с которыми я сегодня буду сидеть. Нянчиться. Смотри, так. Чё. Ой, видишь? Ну такие хорошенькие стоят. Ты чего на крыше-то? Откуда у него спорткар такой, Нубик? Это вообще что такое? Пусть она только имя над головой берет. Какое имя еще? В смысле, ты о чем говоришь? Свою скромную машинку припаркую. Ой, ну какой бантик красивый у меня вообще сегодня. Ну это что-то так нарядилось. Ребятушки. Она уже звонит в дверь. Нубик. Подожди, ребятушки. Я спрошу сейчас. Тук-тук-тук. Да, мы открываем. О, здравствуйте, входите. Мамочка, а здесь и Нубик Шелли живут, такие ребятки маленькие. Да, это мы. Ой, ну какие хорошенькие, так по фотографиям сразу узнала вас. По фотографиям. Да, родители ваши сказали, вот тут нянечка нужна, в общем, детки маленькие. Да, это правда. Ой, ну как хорошо устроились, дом большой, кухня светлая. Так, сейчас буду вкусно готовить вам. О, завтрак, мы готовы. Так, Нубик, что, пойдем за стол садиться? За столом садимся, так, все, няня знает, уже здесь лежит. Мне очень интересно, что будет сегодня на завтрак. Мне тоже. Еще будет. Так, вот такой я им обед сегодня предложу. Так, ну-ка сели, руки уже помыли. Нубик, какой же ты придирчивый. Так. Опа! О, опа, ну-ка. Смотри, а у меня какой-то клубничный донат. Я такую штуку люблю. Так, наелись, еще могу дать. Я бы еще покушал, я бы еще хотел. Ой, ну что за красота, оно кушает много. Много кушают, значит, хорошо получится, наверное. Возьму на прозапас с собой. Ладно, пончик не помешает, поэтому мне тоже можно положить пончик. Опа, ну-ка. Так, о, спасибо. Ой, ну что за вкуснота, ну посмотри, так, позавтракали. Так, ну пока что мне этот день очень даже нравится. Так, ребята, наелись ли? Да, я наелся. Ой, ну молодцы, ну вставайте. Так, ну что, ребятушки, наверное, в компьютер поиграть надо вам, я думаю. В смысле? Как это, поиграть в компьютер? Ну, в Майнкрафт там ли запустить. А как же нет? Ну-ка покажите, где компьютер у вас стоит. В смысле? Нам обычно говорили, наоборот, компьютер, типа, летом ну-ка, не надо садитесь играть там. В смысле? Давайте, серьезно? Быстро, ну-ка, быстро по серверу. Я сейчас тоже, ладно, по локалочке вашей зайду. Ну-ка, посмотрю. Нифига себе, Нубик, давай, заходи на сервак. Вы что, современная? Да, Нубик, конечно, а что, по внешнему виду не видно, что ли? Что, думал, 90 лет, что ли, няня? Так, ну-ка, где у вас няня там? Я посмотрю. Так, вот, айпишник. Я тут уже, вот у меня тут Дискорд какой посередине запустился. А, ну вот айпишник у Шеди сейчас будет видно. Я зашел на сервер. Ой, ну красота. Заходи, Нубик, давай, подключайся, так, короче, ну-ка, пока что. Я Нубик подключился уже. А Нубик привык к аппарату уже, вот я спросить хочу. Да. Ой, ну молодец какой я. Так, ну-ка, Шеди, а Шедечка крутится, смотри. Я тут, я все настраиваю, тут звук у меня подготовлен уже, у меня тут рабочий стол, вот у меня, кстати, Майнкрафт иконка вон там есть. Какой умный, ну голова большая, ну больше компьютера. Дискорд, Майнкрафт, надо только Майнкрафт сюда поставить, что? Так, ну красотень, так. Смотри, я тебя осла завел. Осла завел, я вижу, да, тут у меня какая-то штука непонятная появилась. Так, ребятки, играйте сколько, ну вам нужно будет, сами играйте, хорошо? Да мы как-то... Нам как-то особо не хотелось играть, на самом деле, компьютер. Так что мы, наверное, не особо хотим уже играть. Устали. Да, просто... Так, активности нужны, так, хорошо. Идем. Куда? Так, ребятки, а ну-ка покажите мне, как у вас второй этаж. О, так сейчас танцевать будем, а трек есть модный какой-то трек? У вас, Нубик Шеди? Есть, Нубик, врубай, давай, магнитофон, кассету вставляй. Есть, короче, кстати, так, ну-ка. У меня есть трек, это я из подручных средств записывал сам. Ну-ка, подручные послушаем. Крутой, давай, включай. Магнитофон, на платформу, давай. Вставай. Готовы слушать мой трек? Я готов, Нубик. Опа, няня уже разминает. О, давай, Нубик, покажем, что мы можем. Так это мой любимый же. Оп. Пошло. Нубик, в смысле, давай, ты не знал вообще, что во всех трендах сейчас этот твой трек играет? Опа. Да? Пошло. Ну-ка, смотрю. Вот, что смотри. Что со мной, смотрите, что так кричит странно, смотрите. Оп, ну-ка. Ой, ну Шеди, это вот как ты трек-то записывал. Нубик, давай друг за другом, лунная походка, друг за другом. Ну-ка, давайте. Ребята, а я на фотографии, папе, смотри,
Нубик, давай прям так, давайте. Смотри. Так, давайте-ка, так. Пошло-то, пошло. А биты какие пошли, битухи пошли. Давай, шоу. Давай, давай, ну, ребята, на меня смотрим. Ребят, на меня смотрим в танце, в ритме. Ну-ка, две коробки свои глазенки. Ну-ка. О, ну красота. Сейчас вообще фотографии сегодня. Так, так, ребятушки, о, все, танцевали, ну, а вот танцевали вообще. Ну-ка. Танцевали. О, покажите так. Фотки, кстати. А вот сейчас покажи. Будем рассматривать. Так, сейчас будем рассматривать. Опа! О, а чё у меня с очками? Я не понял, что это такое. Опа! Ну-ка, ребята, как танцевали, смотрим. А чё у меня очки куда-то на затылок, как будто уехали? А у тебя вот очки? А так модно сейчас, я, видимо, поняла. Вообще. Первая фотка самая крутая. Посмотрели на вторую фотку, посмотри сейчас на меня, что я здесь делаю. Нубик просто обиделся и ушел куда-то. Очки то вперед, то назад. И попками крутим, и вертим. Слушайте, ну это вообще... Сфоткать. Можешь сфоткать? Так, ну давай. Еще целый день впереди. Ну давай, а, последний окей. Кадр и пойдем дальше. У нас ведь программа сегодня какая-то. Так, а большая. Что, кстати, мы дальше будем делать? А вот я сейчас скажу вам. Так, фоткайте. Так, а что это? Ой, ну ненормальное что-то. Ну все. Ладно. Можете повесить. Так. Сейчас мы будем, ребятки, вы должны будете подготовиться, потому что так, мы идем. Так, подготовиться, окей. Так, к чему? Так. Нубик, у нее вот не прилепляется фотография, потому что потому мы идем что... в аквапарк! Чему... Нубик, ну пожалуйста, ну забей на эту фото, ну что ты полдня в одном фото? Зачем тебе это надо? Дурацкая фотография. Так, я пошел переодеваться так, в аквапарк. Купальники-то есть у вас? Есть, я уже переоделся, все, я уже переоделся. Стойте. Пойдемте. О, ну-ка покажи-ка. О, чего, ну, вот, вот так вот. Тяга нормальная, тяга модная. Ой, ну там шнурочки висят. А только у меня как, оцените мой, это надо 10 купальников. Единичка, Нубик, единичка вообще. Ну все, не, ну красивый. Первое место дается моему купальнику. Так, ну-ка где, а вон аквапарк ваш вижу. Же вообще, ты сказал. Ну в хорошем месте живете вообще, все есть у вас здесь, полная инфраструктура мощная. Да, у нас тут есть аквапарк, у нас есть танцпол, у нас есть вертолеты, полежать можно. У нас даже напитки холодные, и там продается мороженое. Ну слушайте, ну не, ну с ума сойти, ну модное вообще место. Пошли, пошли, Нубик, скорее. Пойти ну как повезло мне вот к вам приехать, это вообще. Да, так, еще и мороженка, кстати. Шеди, так, ну давайте, аккуратнее, аккуратнее, смотрите. Ты не догонишь меня, я уже первый ушел. Ну, Шеди, давай вдвоем. Да что, в смысле, нет. Нубик, ну там ребята, все. Ребята, не ругаемся. Фотографию не ругаемся. Свою, потом это еще там. Так, не давай, ругаемся. Где ты там, унитазный? Так, пошел я вот на эту горку пока что. Я с тобой. Так, ну-ка, так, погоди, тут так. У нас получается налево давайте, и направо давайте, есть. Давайте, давайте, аккуратнее ножки свои. Опа, погнали, ё-моё, опа. Отлично, ну, слушайте, это горки прям вообще жесткие у нас. Фоткали меня, как я лечу? Так, пошли я вот на эту, успела. Пошли на эту разноцветную. Окей, пойдем, фоткайте, так. Обязательно фоткайте. Так, я попробую сбоку ракурс взять, так что подождите. Хорошо, давай, подожди, я хочу посмотреть. Я черно-желтую. Так, я на красной буду. Давайте. Фоткайте, раз, два, три, я лечу, фоткайте. Ты что, так что ли поплыл? А, ударился. О, отлично. Так, все. Фух, что-то я устал уже плавать на самом деле. Так, ребят, ну надо отдыхать быстро. Побольше. Это значит, вы сильно много устаете так, уже так. Какой же мне донат так. Попробовать? Донат ребят, сейчас подождите, аппетит не перебивайте. Сейчас идем в кафе мороженое. Фотки ваши развешу только. Во. О, давайте. Так. А, слушайте. Что, вы там, что ли? Я буду трепываться нашими фотками. Да я уже здесь. Я уже здесь. Я уже у мороженого стою. Ты что, так убежал, что ли, без нас? Так я вас там жду на пляже. Да давайте, давайте, кафе мороженое, так, погнали. Опа! Ну ладно, Нубик, потом посмотрим. Нубик, фотки куча. Все сохранились еще на флешке. Можно распечатать хоть окей. Миллион километров в размер. Знаете, так, что? Какое мороженое будем? Давайте. Так, я буду здесь. Любое, мне без разницы. Так, опа. Нубик, ну я не знаю, какое. Я виноградное буду. Так, а Шедечки давайте. Ну-ка, где он такой? Я тут. А куда он делся? А, вот держи-ка скорее. Ну-ка, давай. О, нормально. Опа. Так, а что такое? Есть это яблоко? Это банановое мороженое. Никогда банановое в жизни мороженое. Я банановое мороженое не ел вообще. Реально? Кушайте, кушайте. Да, реально. Опа. Опа. Так, а это, наверное, арбузное, да. Это арбузное. Я давайте, ребятки, покушаем, покушаем. Фух, что-то я не знаю, я прям очень устал, на самом деле. Сегодня такой день насыщенный так. У нас. Мы танцевали ну, и все делали. Фотки сейчас пора, обеденный сон, ребята, пойдемте. О, спать, что ли? Ну ладно, получается спать. Чуть-чуть. Так я ну же ладно. Сказку расскажу вам. Пойдемте. О, реально, пойдемте окей, тогда. Давайте. Конечно. Сказку круто. Сочиняла, сейчас вам расскажу. Не, ну машина, конечно, же... крутая, крутая вообще, что-то крутая. Какая-то непонятная. А вы подарите. А вот такая вот работа хорошая у меня, видите, номер какая какой-то машина. Зачетный. Подарите. Так, ладно, пойдемте. Номер вообще. Так, так что у нас там? Давайте, где кроватка? Ой, сейчас я в душ схожу, главное, после этого, после так, аквапарка. Мокрые купальники снимайте. О, так, все, я переоделся. Любисимо. Все, молодцы. Давайте Нубик всё, тоже там все делает. О, мягкая так. Кроватка, наконец-то. Так, Нубик, давай. Я тоже. Так. Жду Нубика, где а он где? Там? Я здесь. Опа.
Все, я готов. Так, ну давайте, ложитесь, сказку на ночь слушать. Не на ночь, но на кое слушайте. Ладно, все, я, короче, спать тут, давай. Я лег спать уже. Значит, в одном таком царстве, в Майнкрафтом государстве, жили-были два нубика. Кубик и Шейди звали. Ой, ну и погода сегодня, Шейди, конечно. Что? Смотри, так, ну что за такое? Это куда же забрались-то живот непонятно ой, где-то? Это кто? Что за такое тут не поймешь? Дорога кривая, смотрите, не проедешь. А ты посмотри-ка. Эх, зря согласилась тут. Страшно. Зачем я сюда с ними это вообще? Ты что, няня наша, что ли? Ну-ка, давай-ка тормозим. Видимо, да. Конь мой золотой. Так, выглядывай, вылазю. Так, так, я где же тут мои ребятки? Уже, потому что, судя по её машине, нет, так. Она все-таки к нам едет. Так, так, ну, так. А вот звонок. Так, значит, звонок не работает. А, работает. Нубик. Ай, что делать, Шеди? Я не знаю, что нам сказали с няней быть, как бы. Я знаю, я тоже. Да что, двери-то не открывают, что ли? Да что такое? Открывай, а то она сейчас сломает все. Если мы сейчас не откроем, то она сломает. Да здравствуйте. Здравствуйте. Так. Вы чего на пороге держите? А мы взрослый ждем, человек приехал. Няня, когда придет, вот привет, сразу приедет. Поняла, манеры никчемные. Посмотри-ка чего, а? Сидят дома, дождь-то видели какой, да, а? Да, конечно, поэтому дома и сидим, потому что дождь на улице. Так, быстро, ну-ка, по местам, чего тут ползаем? А это что за лепешка куда желтая такая тут, ножки? Я не лепешка. Так, так, ну-ка я дом посмотрю, никчемные окна плохие. Так, сидим, не почему? Выходим. Это у вас машина никчемная? Так. Тупик, тихо, сейчас нарвешься, еще на что-нибудь поговорить. Так, это что такое капец, здесь? Конечно, бесстрашный, бессмертный. Ой, ты где посмотри-ка, она? Что это такое? Это что за окна вообще здесь? Это а не что окна, вы делаете-то, Так. А зачем решетки-то эти дурацкие нужны? А зачем решетки? А чтобы не убежали никуда. Что, это тюрьма, что ли, какая-то? Конечно, это дом такой специальный для а детей, присмотр. Это, ну-ка, куда вышли? Куда вышли быстро домой? Походу, мы с тобой влипли жестко. Так. Она меня ударила! Так, это что за дверь такая? Это вообще опилки. Слышишь? Эй, опа. Не ломайте нашу дверь! В смысле, а что вы вместо двери будете ставить? Так. Так, значит, это Нубик, я. Нубик, это что за тюрьма такая, вообще не понимаю? А, через так. крышу можно сходить. Опа. Я сейчас дам через крышу, я все слышу. А я мы отсюда вылезли уже, вы нас это не достанете. Вы это не закроете. Что вы там делаете-то? Так, вы не закроете столько много. Что за дети-то достали сегодня? Так, я закрываю. Так. Ну-ка, быстро в костели спать, я сейчас приду, и кто не спит, быстро сейчас в угол подставлю. Бегом! Ну, так, она вообще какая-то, я не знаю, почему нам такую няню прислали, я чуть не понимаю. Ты посмотри окон сколько сделали, это же невозможно. Няня у вас самая лучшая с сайта няня.ру, вообще-то отзывы самые лучшие, можете почитать. Ой, няня еще что-то там придумала. Так, ну-ка, быстро, бегом. Так, это что такое еще? Это почему здесь окно у вас еще? Ну-ка, закрыть. Так, все, мы это, мы не нуждаемся в ваших услугах, уезжайте, пожалуйста, и все, это, решетки мы сами снимем. Сейчас я вам, это самое, не нуждаюсь. Так, есть что покушать-то вообще? Если вы няня, давайте готовьте кушать тогда нам. А то что это такое? Устроили тюрьму какую-то. Садимся за быстро за стол, садимся. Так, это что у нас? Так, ладно, садимся за стол. Так, все, погнали, закрыли. Не работает ничего у вас тут. Опа, о! Так, ну-ка, что это здесь? А руки не чего? Мыли, ну-ка. В смысле, быстро мыли руки. Мы все, мы сегодня утром никуда даже на улицу не уходили, зачем руки мыть? Нубик, почему по столу ходим? Это что такое еще? Так, ну-ка, кстати, Нубик реально уже давно уже, сколько можно так, по столу ходить, это раз, вообще, конечно. Раз, два, три. Так, еда но у вас в туалете, ой, уметь. В холодильнике тухлая, поняли? Надеюсь. Я вам еду свою из дома привезла, ни к чему. Зачем еду, у нас в холодильнике вот свежие макарошки есть? Так, фу, что это такое? Ну, в смысле, как ешьте, это штухлятина какая-то вообще. Это котлетки модные, современные, полезные, протеиновые. Ну-ка, кушайте, возьми, давайте. Просто спрячь куда-нибудь и все. Хорошо. Скажи, что так съел. Все, спасибо, очень вкусно было, классно. Так, ну вообще невозможные дети, я не знаю. Так. А гулять? А нет, какой гулять-то, я думаю. Так, это бегом. Не, сюда я ко мне. Я перепутал сюда просто, что? Опа. Он так перепутал, мы не хотели выходим гулять на раз, два, три. Раз, два, три. Выходим из дома. Так, все, уходим. В смысле, гулять на улице уходим дождь, холодно. Вы совсем с ума, так что ли, сошли? Нубик, уйди отсюда, говорю. Я сейчас тебе. Все, я уже простыл, я уже чихать начинаю. Ай, ё-моё, что ж такое-то? Шеди. Чего, ой, Нубик? Я сейчас чихну. Давай. Ненормальные какие-то. Ай. Ой. Да что такое-то, а? Да что мы такое? Сейчас впустите нас заболеем домой, холодно очень. Микробы, да ладно, давай заходите уже, никчемные дети. Да что такое-то? Иммунитета у вас вообще нет, вот вижу, фу, плохо занимаетесь. Нубик, что там делаешь, заходи давай. Нубик, заходи так, уже, у меня нос уже весь заложило, пока ты там. У
Окей. Да ты хорош читать уже, ты чихаешь. Да что? Сами нас на улицу выгнали, еще и сами это... Говорите, что хватит, тос хватит, все. Да что такое-то? Так, это, кстати, тоже дверь заменить надо, никто. Зачем дверь эту дверь менять? Это отличная дверь вообще-то. Вы нам пол сломали. Да, у нас была... Так, заходите туда быстро. Дверь, что ли, зачем? Нубик, она пол сломала. Вижу. Нубик, нет. Я тебя вижу. Нет. Я сейчас вам весь пол сломаю. Так, бегом, говорю, отсюда. Так, все, уезжайте, пожалуйста, мы не хотим уже, чтобы кто-то тут был. Так, я вам сейчас уеду вообще-то. Так, почему не спим? Компьютер выключили. Да у нас выключено все, выключено. Вон свет идет от монитора, я все вижу, я все-то современное, я все знаю. Так, все, посидели, вышли. Все, поехали, домой пора, поехали. Домой? Это, что там ходишь ты? Затроллили, затроллили. Я сейчас затроллю вам. Куда домой-то ехать? Мы же так дома, в смысле. Так, со мной поедете ко мне домой. Родители сегодня не вернутся у вас. Нам не сказали. Нам говорили, что мы дома будем. Надо. Нет, родители сегодня с ночевкой у вас уехали. Родители не давали такого разрешения на... Эй! Садимся. Ужас, вы... Ну что за чихание-то, а? Ой, у вас машина протухшая. Реально, что так пыли много здесь? Ржавчина, плесень я какая-то. Так, вообще-то все чистое. Сейчас только с детейлинга еду. У меня все почистили. Она нас с тобой увезет сейчас на скотобойню какую-нибудь, я не знаю. Даже так. Реально на скоту увезет без... Скотобойню я уже была сегодня. Уже других отвезла, вас у другое место повезу. И вместо нас пюрешка с котлеткой останутся, и все, Нубик. Нет, макарошки. Макарошки. Так, едем. Да что ты? Это... Да пыль у вас в машине, дофигища! Этот в очках весь в соплях. У вас не детейлинг, у вас какой-то пыльник тут. Ну ничего, я сейчас уколы вам поставлю, у меня там есть дома. Быстро чихать перестань. Да что, я не могу, Нубик, реально на улицу выгнала, я там это вообще... Ой, бациллы какие-то мне, бациллы распространяют, что делать, да? Так если мы распространяем, просто выпусть, уйдите от нас, если вам не нравится. Так, я сейчас вам лечение устрою. Так, почти доехали. Вот мой дом родной. Не то, что у вас где там стоит коробка дом? Какая-то. В смысле дом? Так, какой дом? Мы посередине дороги стоим. Дайте под деревом как стану это хотя бы. Дорогой? Тут... Остановка, что ли, ваш дом? Вы проехали, остановка, это не ваш дом. Так, ребятки, пойдемте, давайте. Ну, походу, и вправду ее дом. Так, сейчас няня хорошая. Отзывы, пятерочки все у меня. Так, идемте-ка. Так, опа, ой, сколько детишек я вырастила, сколько уже у меня это моих подопечных. Это что такое, дом, так, что ли, ваш? Давай, заходим, ой, заходим. Это что, скелет? О, заходим. Хотя бы. Бегом, куда бегом. Да мы зашли уже, куда заходим? Куда заходим-то? Бегом. Ну, зачем давай, сюда-то давай заходить? Так, игрушки, кубики играть, сейчас еще... Так, а куда делся этот желтый? Ну-ка, ты что все время на полу валяешься? Да что ты давай, скорее, делать-то скорее, будешь? Скорее. Опа. Че? Ну, Вик, это что за день такой сегодня вообще? Что ну-ка происходит? Руками не трогать, и только я могу открывать. Такой? Ну так а что если предыдущий ребенок, которого оставили, этой няне? Значит, мы тоже ну стали все, скелетами. Попались, сейчас шашлычок из них я пожарю. Нубик, нам походу конец с тобой сегодня. Так это-то что ты будешь делать? Ну что, друзья, так. Я предлагаю, короче, на этом заканчивать. Такая у нас сегодня получилась история. Пишите в комментариях, какая няня вам понравилась больше. Ну а на связи был Шадивен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике, и всем пока-пока. Ой, пока-пока, друзья. Всем пока-пока.